Всем привет! Это обзор LEGO и его аналогов от Калины Красной. Сегодня у нас новостной выпуск. Компания LEGO опубликовала официальное изображение нового набора «Назад в будущее». Это знаменитая машина времени DeLorean DMC-12. Артикул набора 1300 и называется он «Машина времени». В наборе 1872 детали и его розничная цена $169. Выйдет он 1 апреля. Это определенно то, что мы все любим в LEGO, а именно возможность получить что-то культовое в виде деталей LEGO. Я думаю, что не надо рассказывать, что это за легендарный автомобиль и из какого он фильма. Набор получился действительно шикарным. Машина выполнена сразу по трем фильмам и имеет соответствующие аксессуары. Давайте перейдем сразу к набору. Нас встречает черная коробка, ставшая уже визитной карточкой коллекционных наборов LEGO. Дизайнеры очень хорошо поработали над моделью. Конечно, кузов машины не сильно отличается изгибами, как у предыдущих версий, но меня радует отсутствие голых студов. Весь кузов полностью затален. Жалко, что цвет кузова выполнен не из металлика, хотя в наборе имеются детали такого цвета. Примечательно, что это уже второе воплощение культового набора в формате LEGO. До этого был набор IDS и DeLorean в формате 8-студового авто. Уровень детализации и схожести отличный. На мой взгляд, очень удачно выполнена морда автомобиля со знаменитыми сдвоенными фарами. Также хочу отметить принт на дисках, повторяющий оригинальные диски DeLorean. Салон автомобиля также не оставили без внимания, главной достопримечательностью которого является потоковый накопитель с функцией подсвечивания. И это, блин, круто! И панель приборов со знаменитыми датами перемещения. Но самое интересное — это задняя часть авто с атомным реактором и возможностью его менять на экологический Mr. Fusion. Функции набора. Самые простые — это открывание дверей и капота. Да, в капот можно будет спрятать аксессуары. Машину также можно будет трансформировать в любую из трех версий, которые мы видели в фильмах. Мне лично очень нравится парящий вариант. Аксессуары здесь просто обалденные. Помимо стилизованных красных дисков, атомного реактора и электрических деталей с капота, нам положили ховерборд, сменные номера и тот самый ящик с плутонием. Мини-фигурки. К слову, это уже третье воплощение фигурок в LEGO формате и на этот раз уже по второй части трилогии. Марти Макфлай в футуристическом костюме будущего с самозавязывающимися кроссовками Nike. И омолодившийся Док Браун. Тут без комментариев. Шикарные. По итогу, на мой взгляд, это пока лучший набор LEGO 2022 года. Я думаю, набор понравится многим фанатам фильма и просто поклонникам LEGO. Я очень сильно хочу его себе в коллекцию и буду ждать возможности его завоза в Россию. Если тебе понравилось данное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!